Уже в шестой раз Даугавпилсская городская дума реализует программу грантов «Импульс», в рамках которой у молодых предпринимателей есть возможность принять участие в конкурсе и получить финансирование на развитие своего бизнеса. Начинающий предприниматель, а это может быть как юридическое лицо, то есть фирма не старше 2 лет, а также физическое лицо, но Даугавпилсская городская дума заключает договора только с юридическими лицами, то есть в случае получения гранта физическое лицо должно стать коммерсантом. Максимальный размер гранта – это 7 тысяч евро на один проект, а общее финансирование составляет до 60 тысяч евро. За время работы «Импульса» было получено более 120 заявлений на участие в программе, но лишь 47 были поддержаны. 10 проектов 2018 года пока еще в работе, их комментировать достаточно трудно. Но вот за предыдущие 4 года было поддержано 37 проектов, и 34 из них были полностью реализованы. Отметим один приятный момент. Благодаря мониторингу известно, что все поддержанные «Импульсом» проекты работают до сих пор. Мы полностью отслеживаем первый год работы, это срок реализации проекта. От момента заключения договора до момента подачи окончательного отчета. И дальше, значит, мы согласно положению имеем право еще второй дополнительный год делать проверки. Ну, были некоторые случаи, когда это и нужно было сделать. Определенных критериев для претендентов нет. Все зависит только от качества проекта, насколько проект жизнеспособен и актуален. Конечно, преподнести свой проект необходимо убедительно, чтобы комиссия смогла увидеть потенциал идеи. Плюсы проекта очевидны. Это и новые рабочие места для горожан, и поддержка начинающих предпринимателей, и стимул для тех, кто только задумывается о своем деле. Это начинающее предприятие, где количество рабочих мест 1, 2, 3. Но это может быть и серьезно работающее предприятие, например, в котором работает 60 человек, но благодаря программе «Импульс» создан какое-то новое направление, и там еще работают 3 или 4 дополнительных человека. Отдел по развитию бизнеса также проводит ежемесячные семинары для информирования потенциальных клиентов. Первый семинар пройдет уже 24 мая, и в течение всего лета они будут проходить ежемесячно. А подать заявку на участие в программе грантов «Импульс» можно до 31 августа. Гунта Лочмала, Юлия Пилснанеце, Александр Хлестов, телевидение Dautcom.